Всех приветствую, с вами Борис Лобода. В одном из недавних видео мы рассматривали диск для обработки дерева Graf Speed Cutter, его геометрию, характеристики и так далее. Ну а сейчас мы проверим его в работе. Я пока почищу торец, потому что тут такой лед с землей примерзло. Пень где-то стоял на земле. Ну вот первый такой рез, в принципе, режет неплохо, какого-то особого дискомфорта не чувствуется в плане там реакции какой-то, увода, то есть в принципе аналогично работе с зачистным диском, скажем так, по ощущениям. Личинка жука тут в коре. Пенек в принципе для сидения неплохой. Но если переносить куда-то, тяжеловато все-таки. Пробуем его освободить от всего ненужного. Ну вот, час работы где-то от начала. Мы продвигаемся к намеченной цели. Пенек, правда, узковат, чтобы болгарка полностью проходила, не знаю. Может, середину будем по-другому как-то выбирать. Но пока вот будем делать то, что можно. Пока процесс идет. Аккумулятор просто быстро садится на холоде. Я буду показывать фрагментами. Ничего подобного я, конечно, раньше не делал такого, в таком стиле, такой техникой. Это первый опыт. Прошло 2 часа работы, и мы продвигаемся к намеченной цели. Хотя цель пока не очень определенная, я даже не знаю, что получится в конечном счете. Может, коллеги что-нибудь подскажут. Очень рад услышать мнение. Диск Graf Speed Cutter на выборке массива показал себя отлично. Я вот сейчас включил на половину мощности болгарку, то есть обороты упали, и как-то
покомфортнее стало работать. Более мягко он идет, чем на высоких оборотах. Стружка вот крупная пошла. На высоких оборотах было где-то вот такое вот. Ну и как-то больше ощущалось заклинивание, особенно сейчас пошла работа в неудобных местах таких. Не уверен я, конечно, что полностью выберу середину диска, просто болгарка не проходит. Не в диске, конечно, дело. Если бы пень был чуть побольше, посвободнее бы было. Ну, посмотрим, может, каким-то другим способом придумаем. Форстнером типа просверлить и выдолбить потом. Или что-нибудь такое. Будет видно, пока работаем диском. На сегодня, я думаю, все. Надеюсь, продолжим в ближайшее время.